Анонс и точность выхода 122 серии сериала «Ветреный холм». 122 серия сериала выйдет в эфир 18 июня. Ранее в сериале мы увидели, как Зейнаб кажется, что сердце Халиля принадлежит кому-то другому, что он не испытывает к ней того, что чувствует к нему. Халиль решает преподнести ей подарок в виде ленты и рисунка, связанного с ее любимым местом. Когда Халиль встречает в саду Зумруд Зейнаб, он говорит, что Зейнаб дорога ему, и он хочет заботиться о ней до конца своей жизни. Зейнаб просит Халиля ненадолго отойти с ней. Когда они оказываются одни, она просит не говорить с ней так, будто он действительно любит ее. Ведь пока его сердце бьется для кого-то другого, Зейнаб действительно любит его. Халиль удивлен таким поведением Зейнаб. Он не понимает, откуда у нее взялись такие мысли о том, что он любит кого-то другого. 122 серия сериала выйдет в эфир 18 июня. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.